утром проходим, в 7 часов прихожу на работу, и швабра, тряпка, другая тряпка и ведро, и обрабатываем вот это все, подмываем со второго этажа каждый день. Генералим раз в неделю, моем все, вымываем, все хорошо, а так каждый день подмываем. Так, вооружившись раствором с хлоркой, ежедневно проводят дезинфекцию в подъездах домов в поселениях Сургутского района. Все для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Обрабатывают ручки дверей, перила, кнопки лифтов, почтовые ящики. Моют первые и вторые этажи. В связи с постановлением правительства проводится уборка, дезинфекция всех домов, без исключения. Это ежедневно. Графики существуют, они находятся в лифтовых, вот в частности на космонавтов 35, так как графики висели на доске объявления, но их срывают. Поэтому было принято решение разместить их в лифтовых кабинах. Графики висят в первую очередь для того, чтобы можно было контролировать выполнение уборки. Для этой же цели в Солнечном, к примеру, даже собирают подписи жильцов о проведении дезинфекции. В поселении уже провели обработку остановок. Со следующей недели планируют начать мыть и улицы. Что касаемо территории, то та компания, которая занимается содержанием уличной дорожной сети. На этой неделе предполагается приобретение дополнительно дезинфицирующих средств. И, соответственно, охватим большую площадь по обработке территории. Если жители заметят, что уборка в их подъезде не проводилась, то они всегда могут обратиться в диспетчерскую службу, которая действует круглосуточно. Ее номер 555-243. Татьяна Расторгуева, Валерия Кудрявцева, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости.